Сдавать дорогостоящие подарки государство обязали чиновников России. Соответствующее постановление в рамках борьбы с коррупцией одобрило правительство страны. Госслужащие в течение 3 дней после получения подарка должны будут сообщить об этом своему руководству, составить уведомление в 2 экземплярах и приложить чек с указанной стоимостью. Дар свыше 3000 рублей или с неизвестной стоимостью надлежит сдать государству. Но госслужащие могут и выкупить подарок. Деньги от продажи пойдут в бюджет. Подаренную же вещь дешевле 3000 чиновник вправе оставить себе. Если такого желания не возникнет, презент останется в распоряжении государства. А оно сможет его продать, передать благотворительной организации или уничтожить. Остается добавить, что цветы, награды и канцелярские принадлежности, предоставляемые в рамках официальных мероприятий, за презенты считаться не будут.